предприниматель из Нытвинского района решил заработать на счастье. Да-да, на том самом любимом Перми Каме «Счастье не за горами» авторства Бориса Матросова. Бизнесмен из Нытвы заявил, что получил уникальные права на фразу и даже требовал от сувенирных магазинов и издателей платить ему откат. Но создатель арт-объекта решил бороться за свои права, поскольку еще 7 лет назад заключил лицензионное соглашение на выпуск сувенирки с изображениями известной всему миру фразы. Удастся ли навариться на пермском счастье находчивому бизнесмену, узнаете на properm.ru.